тогда эта половина с камином твоя, а эта половина моя. Что это у нас тут такое красивое? Это тоже два входа. Ребят, у нас два. Да, конечно, это совершенно несочетаемые цвета. Нужно уничтожить эту картину. Уничтожить? Всем привет, котята, меня зовут Лана, и вы не поверите, я все-таки вытащила Йоши в Икею. Мы даже фрикаделек поели. Ой, все, я, все. В смысле? Это что началось-то? Что началось-то? Как будто я вот сам как-то отнекивался долго. Сказано, так и было. Поехали в Икею, поехали в Икею. Можете пересмотреть видео с Беном, где он решал ее, что такой, ну нет, я хочу играть, я хочу сидеть дома. Так, а мне нравится играть. Это весело. Так, никто не против, но надо иногда выходить. Где? Нет. В общем, короче, ребят, мы сходили в Икею, нам там понравилось, очень вкусные фрикадельки. Кстати, в местной Икее фрикадельки еще и с гарниром. Таким интересным. Не только картошка, а прям... Нет. Овощи. Блин. Просто извините всех, кто хотел фрикаделек. Я так мне по ним скучал, просто капец. Вы бы знали. Поехали еще раз. Нет, далеко. Что-то далеко, ребят, мы ехали, короче, ценник далековато. На такси здесь, честно говоря, немножечко такой не очень приятный, потому что, ну, как бы в России в раза, наверное, в полтора дешевле, это точно. С другой стороны, мы просто пользовались не тем, чем в России, очевидно, потому что здесь это не работает. Ну, короче говоря, не суть. Ну, просто еще и ехать так неприятно. Мы в ту сторону ехали, типа, минут 25, наверное, а назад 50. Угу. Чуть в пробке просто стояли. 50 в пробке. Ну, погода была хорошая, солнышко. Ну, конечно, мы поехали на метро, если бы мы знали, но не важно. Не важно. Мы здесь сейчас собрались для того, чтобы не похвастаться тем, что мы можем есть фрикадельки, а вы нет. Ну, вообще, это тоже... Нет. На самом деле мы здесь... Да, это грустно. Чтобы построить... комнату мечты из икеевской мебели. Ну, из той, которая вот здесь. Потому что мы видели очень много хорошеньких, таких симпатичных комнаток, которые там вот представлены. Правда, половину мы из них не засняли, потому что мы бежали, искали фрикадельки. И только потом подумали, да, что можно было бы поснимать. А вообще хорошо, что подумали, а то вообще ничего не засняли, потому что после фрикаделек... То есть, чтобы дойти до фрикаделек, нужно сначала пройти... Все, в общем, эти, все выставочные экземпляры. Да это проблема Икеи, кстати говоря. Мы потом, вот хорошо, что мы нашли этот маленький выход и свернули, типа, да, туда. Иначе потому, что, если бы нет, проходили. Да, просто ходили бы по этим бесконечные выставкам. Бесконечные Икеи. Да. Ага. Вот, кстати, да, действительно. Так вот, Йоши, давай, ну давай тут вот, наверное, устроим наш дом. А давай, прям вот здесь а и устроим. А то мы это как-то прям, ну, ничего так и не сделали. А, или да. Вот здесь. О, давай под крышей. Вот это очень прикольно. Хотя тут камин. У нас должен быть камин в идеальном доме или нет? Не знаю, у тебя как? У меня, в принципе, да, думаю, да. Ну хорошо, тогда эта половина с камином твоя, а эта половина моя. Где-нибудь вот так вот посерединке сейчас это все разделим и будем строить комнату. Да, поехали. А мы, подожди, я извиняюсь, а может быть мы хотя бы немножечко покажем, что мы наснимали? Ну, допустим, какой-нибудь кусочек. А что это у нас тут такое красивое, такое сине-желтое, все правильно, красота. Сейчас будем хавать фрикадельки, а вы нет. Знаешь, я теперь думаю, что все кусочки, которые мы будем показывать, это будет какое-то хвастовство. Вот у нас есть, а у вас реально. Нет. Но мы вдохновлялись, мы смотрели на всякие классные вещи. Я очень люблю, например... квартирки обустраивать. Так, ладно, Ёж, давай строить и параллельно рассказывать. Очень люблю обустраивать квартирки, там вообще в Симсах строить, там оно вообще просто мое любимое. Ага. А, вот, поэтому так вот получилось, что в Икее мне очень нравится, а, к сожалению, в России ее не найти, поэтому мы нашли другую Икею. Так, надо бы сделать стены интересные, как ты считаешь? Сейчас в моде такой мокрый бетон. Боже мой, что это за мода такая это странная? Это бетон? Ну, почти, кстати. Мы можем сделать что-то наподобие из тех комнат, которые мы видели, но можем сделать это, знаешь, отдельным видео. Не свисти. Я свистнула? Да. Это я искала инвентарь, извините. Ну, кстати, да, ребят, я думаю, мы будем рандомно, точнее, Лана, разумеется, Лана, будет рандомно пихать в свой видос «Ствол убери,
страшное дело. Да мне надо увеличить. Так вот, будет Лана рандомно пихать видосики, которые мы наснимали из Икеи, а вы можете, например, написать тайм-код комнаты, которая понравилась вам больше всего. Ага. И самый залайканный комментарий мы можем построить, вернуться и построить самый залайканный комментарий. Ну, короче, вы поняли. Ну, комментарий мы вряд ли построим. Ну, комментарий не... Не, ну, смотрите, если вам понравится идея постройки комментария, мы можем реально на полном серьезе построить комментарий. Но это как-нибудь потом, да. Но насчет этого, в общем, держите в уме. Короче, мы же в Икее, в принципе, отличий не особо много. Просто вот эти вот готовые комнатки, очень много диванчиков и всякого такого, очень много искусственной зелени, ну, короче, как-то так. Лёша, а ты будешь помогать? А должен? Да мы же вместе строим, а тут ты чё вообще это, знаешь, вместе в Икею как уходили? Вот эти тиктоки, типа, не обязано, так вот тут и я. Понятно. Извиняюсь. А у тебя, я смотрю, такое настроение немножко такое пакостное чуть-чуть, да? Чё? А чё это? Да блин, а почему оно всё не увеличивается? Во. Продублируй, пожалуйста, во все стороны. А ты тоже можешь это делать, ты вообще админ сервера. Эксплуатация кошек в дикой природе. Ёж, её чуть-чуть не хватает. В смысле? А ну отлично, это вход. Да нет же! Чуть-чуть, это криво. Это не вход, кого? Ты не зайдешь. Ну сейчас сделаю, зашла. Вот, смотри, вход. Да. Ну ладно, хорошо. А ты давай с камином сторону обустраивай. А я вот... Сейчас надо немножко это, мне кажется, сравнять. Еще один вход, слышишь? И сделал еще один вход. А тут тоже два входа. Ребят, у нас два Ну, правильно, моя половина, твоя половина. В твою половину вход и в мою. Все, отлично. Да. Я считаю, что это достаточно стильный цвет. У нас все будет в одном, так сказать, стиле. Ну, вот снаружи. Ёжа, уже себе рабочее место делал. А я, знаете... Это первое просто, с чего я начинаю всегда. Я начну с места для отдыха. Какая вы, посмотрите на нее, какая отдыхать собралась уже. Ты только начала работать. Yes. Нет. Yes. Блин, вот это классное сочетание, мне даже нравится на самом-то деле. Можно подчерпнуть что-то для себя. Как-то так. Очень даже. Вот этот цвет красивый, который на стенах. Это вот темно-синий такой. Кстати, камера его совсем иначе передает. В жизни он больше к серому даже. Тем не менее, красиво. У меня что, получается, какая-то желейная кровать? Ничего. О, боже мой, что ты делаешь там? Ну, вообще, я такого в Икее, конечно, не видела, но почему бы и не сделать? Ай, ладно, нет. Будем все-таки делать более правильные, наверное, вещи и сделаем... Каноничные, я бы сказала. Каменную, да. Слушайте, ну вот такую, я уверена, что такую похожую в Икее найти можно. Так что ничего не знаю. Это моя кровать. А как обычно она там располагается? Вот так вот как-то вот кроватка, да? Ну, вот этот ковер, конечно, посередине, он красивый, но кровать не подходит. Ничего себе, ёж там устроил. Ну, да, мне как-то кажется, что не подходит. Но мы сейчас это все исправим. А я видела там такие интересные картины, поэтому обязательно будет картина. Допустим, вот это. Очень похоже на икеевские какие-то мотивы. А, так, тумбочки. Обязательно маленькие тумбочки. И, конечно же, светильник. Тоже довольно симпатично. Можно вести свою блогерскую деятельность, разговаривать, снимать видосы. Если никто не понимает, особо здравствуйте, девушка. Ладно. Да, конечно, это совершенно несочетаемые цвета. Нужно уничтожить эту картину. Уничтожить? Ужас какой. Да, она сюда никак не клеилась, поэтому мы ищем другую картину. А можно, в принципе, вместо картины сделать то, что я уже делала однажды. А сейчас вы увидите. Это во. По-моему, так лучше выглядит. Это во. Ну а ты не смотри. Ты посмотри, вернее. Я не смотрю. Не смотришь. А. Так надо смотреть или нет? Объясни, ну, можешь, пожалуйста. Посмотреть. Опять ты пингвина, блин, повесила. Не пингвин уже, это какой-то череп. Он ушки я есть, понимаю, да. Рога, хорошо. Все так и есть, да. Так и должно было. Да. Так, где тумба? Тут точно были тумбы прикроватные, Ёши, правда? Ты же помнишь? Нет.
Нет. В смысле, где были? Ну, где-то. Ну, где-то точно были. Но мне нужны тумбы. Неужели тут не будет тумбы? А как? А мой тогда весь план... Вот. Ну, допустим. А, ребят, я хочу двуспальную кровать. Мне нужна кровать побольше. Ого, какая. А кто мне запретит? Это вообще-то комната... Никто. ...которую я хочу делать. И, кстати, в Икее везде практически именно двуспальные кровати. Вау, какая она огромная и похожа на желе. Мне нравится. А, вот. А те, которые поменьше, это скорее в детских стоят. Поэтому у меня будет еще вторая тумбочка. Можно, конечно, туда и вторую голову приделать, но это будет не перебор, мне так кажется. Мы просто эту подвинем. Так, никто не видел, что это пингвин? Нет, ни в коем случае. Это вообще прям классно. А еще здесь, как Лана сказала, окна такие же, как вот в квартире, где мы сейчас живем. Мне вообще нравится такой стиль довольно. Очень симпатично выглядит вот это вот дерево, вот эти вот крестики на окнах. Ну, короче, прикольно. Довольно. И сочетание цветов тоже классное. Так, ну что ж, кровать сделали. А знаете, что мне нравится всегда? Когда рядом с кроватью вот так стоит диванчик. Только надо это поставить вот так вот адекватно. Во. И опять он у меня... Блин, а где-то в кровати там стоит. Да вы издеваетесь? Ёж, да тут даже неприлично такой кровать. Ужас, ужас. Я придумала, надо просто с обратной стороны это все делать. Нет, Ёж, это проблема в кровати, она реально какая-то короткая, ну да ладно. Ой, я случайно подсмотрела на Ёшин уголок. Ёж, так это вся твоя, вот это вся половина, вот это вот вся, вместе с камином. Строй вот тут. Я понимаю. Ребят, угадайте, что? Правильно, это банан. Можно выращивать банан у себя дома. Читайте. Кто понимает турецкий, тот прочтет. Но это реально на полном серьезе банан. Типа реально можно выращивать бананы дома? Это так работает? Мне это нравится, это мне надо. Ёж, мне интересно, у нас у каждого будет свой телевизор? Не знаю, даже хороший вопрос. Ну, давай. О боже, я не знаю, что произошло. Я видел это со стороны, это было очень смешно. Ну, спасибо. Я старалась, можно сказать, так, допустим. И, ну, тут, конечно, никак иначе придется вот так поставить. Но это все еще моя половина. Как скажешь. Мне очень нравится вот этот кусочек, вот эта коллекция леек. Я не знаю, как это применить в жизни, но это классно. И тут тоже. А там кухня. К сожалению, нет столика под телевизор из светлой мебели, а мне очень нравится сочетание вот этого вот классический белый, черный, ну, может, немножко, конечно, акцент добавить, но в основном все должно быть в таких одинаковых тонах, но тут, к сожалению, только такая стойка, поэтому мы сюда добавим, конечно же, телевизор. Слушайте, оказалось, что моя квартира мечты – это когда есть огромный телевизор, много мест для сидения и лежания, и ни одной, ребят, ни одной кухни и ванны. Ёж, у тебя есть что поесть? Холодильник! Вот. Маленький причем. Фрикадельки. Подожди, а у меня фрикадельки без тарелки и флаг серый. Это потому что Икею... Это плохо. Это интернет, и, по-моему, у нас умирает. Нет, только не это. А это вот тут вот такая стена, да, у тебя? О-о-о. Это стена. А, ты хитрый какой. Ну, знаешь, я буду к тебе на кухню ходить есть. Ты же не против? Ну, не против. У нас два огромных телевизора и ни одной ванны. Да. Yes. И ванна будет вот здесь у меня. Ничего. Так это можно ей тоже пользоваться? Ну, наверное, да. Но мы так примерно и живем на самом деле, ребят. Ну, вообще, да. Мне кажется, или это кресло похоже на кресло Бена. И, по крайней мере, в Икее, в Роблоксе тоже такие были. Возможно, мы их найдем. Но просто у меня сейчас нет Роблокса, у нас же интернета нет. Можно только кресло снимать, и все. О, у вас есть дверь, здравствуйте. Да, такая себе дверь, честно говоря, если ты сюда без стука, с двух ног, ляп. Ну, кстати, наша дверь в ванной тоже не очень хорошо закрывается. Всегда ее приходится второй раз закрывать. Так, вот сейчас подожди, ребятам надо разъяснить все. Она отлично закрывается. Просто имеется в виду, что она, короче, блин, да видос потом закажем, запишем, конечно же. Типа, она просто тяжело закрывается. То есть не то, что она не закрывается, она закрывается, защелкивается, захлопывается и все такое. Просто она делает это тяжело. Если ты сделаешь, она закрыта. Все, все хорошо. Ну, вот да, но у меня только со второго раза получается. У меня с первого. Поэтому я закрываю дверь, а потом закрываю ее еще раз. Не знаю, у меня таких проблем нет. А тут у нас розовая спальня с даже лошадкой и большой гардероб.
И еще более большой... А, ребята, это реально настоящая квартира, вот входная дверь. А, здесь, наверное, для хранения, вот ванна. И это детская, тоже розовая. Ёж, у тебя тут монтировка лежит, да? Надо? Это специально, это, конечно. Все понятно. В моем доме будет монтировка обязательно. Просто в обязательном порядке. Что будет в камине? В камине огонь. Удивишься, наверное, да? Да не влазится. А где огонь? Ну, потому что ты не огонь, получается. Я не огонь. Ну, в смысле, ты не горишь. А можно я из пиццы тебе сделаю огонь? Что ты там с пиццы собралась? Ну, пицца. Похоже на огонь. А, это можно. Мы все еще выбираем, какую, собственно, комнату можно сделать. И это довольно прикольно. Мне нравится стол, который вот так вот у кровати. Там кто-то спит, а ты работаешь и смотришь на него. Вау, Ёж, я думала, что ванна фиолетовая, а она просто, ну, вот так отсвечивалась. Я думаю, ничего себе. Но да. А ну что, как тебе? Ну вот огонь начала делать. Нормально. Нравится, а похоже? Я вот хочу здесь поставить диван какой-то, и я думаю, в принципе, это, ну, достаточно. Да, я тоже так думаю. Мне очень нравится твоя кровать над рабочим местом. Ты всегда такую хотел? Ну, это прикольно. Это типа, знаешь... вот тебе нравятся маленькие вещи, а мне нравится вот укомплектованная такая квартирка, ага. То есть студия, но чтобы она была такая прикольная, чтобы она была небольшая, но везде полезное место, это круто. Ну да, вообще мне тоже такое нравится, мне в принципе очень нравится все вот так вот строить и как-то расставлять и ходить по мебельным магазинам тоже, поэтому если мы... О, классный диван. Да. Поэтому... Ой, блин, только он мне не до конца... прогруженный, видимо. Ну, короче, вы помните этот диван, с ним все в порядке. И я хотела сказать, что если мы еще куда-то выберемся, где есть Икея, мы обязательно там тоже в нее сходим, а может быть и не только в Икею. Не Икеи же единой, как говорится, да? Ну да. Так, я точно видела в Икее двухъярусные кровати, поэтому вот это очень даже прикольно. И здесь, ну, будем считать, что это системный блок, компьютер, и вот такая вот комнатка с ночником, который, кажется, переливается, потому что только что он был, да, другого цвета. Прикольно. А, вот, так что оценивайте нашу квартиру на двоих с двумя входами и даже огнем в камине. А и мы... даже ванной, которая закрывается. Да, не как у нас. Нормально закрывается. И из нее есть выход, кстати, на улицу. Это да, да. Это очень прикольно. Так что, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Вон Ёша уже пошел работать, я так смотрю. А я тогда пока включу телевизор и немного отдохну. А вы ставьте лайки, оставляйте комментарии и увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока!